Ой. А из чего мы его готовим? У нас жим. Розовый. Вот сейчас мы наливаем 50 грамм. Ой, как он не нарезан. 50 грамм это тарелочки? Ну, ориентировочно, да. Кладем по 3 кубика льда. Порцию сюда. О, конкретно. Будем на двоих, что ли? Да, мы сегодня будем на двоих соображать свой коктейль. Так, сейчас мы в сторону добавим туда клубники. Клубники. Базилик. Базилик. И зальем все. Клубники даже, может быть, еще можно добавить. У нас тут есть еще. Он прям был клубничный, клубничный, потому что розовый вот этот джин, он клубничный. Вот такие вот клубнички под цвет хвостиков у клубники. Так, ну что, будем пробовать? Да? Давай? Ура! За отпуск!